канала Silver Fox. Сегодня расскажу, как насаживать мотыля. Так, берем мотыля. Личинка мотыля у нас. Здесь вот головка. Здесь вот, соответственно, хвостик. Хвостик более светлый, вот такой вот, концовкой. Вот. Берем три штучки мотыля. Берем, соответственно, у нас крючок. Крючок четверка. Вот, берем мотыльчика. Насаживаем аккуратно под голову. То есть таким запасом, чтобы у вас было спрятано жало. То есть примерно вот так, до изгиба. Оп. Раз. Два. Ну, соответственно, грязно не видно. Так, уберем. Надеваем аккуратно под голову, чтобы не лопнула кожица. Все. Мотыль насажен. Вот так это выглядит.